Моника Беллуччи. Сложно в это поверить, но даже такие эталонные красавицы, как Моника Беллуччи, меняются с возрастом. Актриса не растеряла женственности и обаяния, до сих пор остается примером для женщин и вдохновением для мужчин, но морщин на ее лице становится больше и больше. Селин Дион. Селин Дион обладала характерной красотой, быть может, она и не вписывалась в голливудские стандарты красоты, зато всегда была утонченной, нежной и женственной. К сожалению, с годами певица потеряла свой шарм из-за тяжелой болезни, поражающей мышечную ткань. Наталья Андрейченко. Удивительная советская Мэри Поппинс отличалась от всех прочих актрис. Наталья Андрейченко была второй Грейс Келли, изящной и с невероятно правильными чертами лица. Но вредные привычки и неудачные пластические операции лишили ее природной красоты. Светлана Светличная. Светлана Светличная была одной из самых красивых актрис в Советском Союзе. Однако личная жизнь у знаменитой блондинки выдалась непростая. Сейчас в Светличной с трудом можно разглядеть намек на ту актрису, которая очаровывала зрителей в СССР. Брук Шилдс. Брук Шилдс стала популярной в совсем юном возрасте. Тогда молодую актрису признали самой красивой девушкой в мире. Но чем старше становилась звезда «Голубой лагуны», тем меньше соответствовала этому статусу, по крайней мере, так говорили ее поклонники. Кэтлин Тернер. Постаревшей Кэтлин Тернер сложно угадать секс-символа 80-х. Звезда фильмов «Жар тела» и «Роман с камнем» сознательно махнула на себя рукой. По словам Кэтлин, лучшее, что может сделать женщина в годах, это принять свое старение и не зацикливаться на внешности. Жанна Агузарова. Жанна Агузарова в молодости была очень харизматичной и привлекательной женщиной. Такой бы она и оставалась, если бы не тонны неудачных уколов красоты и неуместных пластических операций. Фанаты были в шоке, когда увидели переделанную певицу. Элен Баркин. Некогда популярная актриса Элен Баркин испортила свою внешность сама. Актриса заигралась в инъекции ботокса и подтяжки. Никакие деньги не помогли звезде Голливуда вернуть былую привлекательность. Сейчас Элен 69 лет, но выглядит она еще старше. Вера Алентова. Знаменитую советскую актрису время бы совершенно не испортило. Врагом Веры Алентовой стали пластические операции. Она потратила годы на исправление ошибок прошлых хирургов, но к исходнику так и не вернулась.